В Самаре продолжают наводить порядок в сфере торговли. На прошлой неделе начался снос нелегальных павильонов на рынке Октябрьский. Вот что стало с машиной подрядчика, который убирал незаконные торговые точки. Их здесь было около сотни. По документам, площадь рынка почти в 2,5 раза меньше той, которую Октябрьский занимал в последние годы. Снос начался со стороны улицы Гастелло. На этой территории располагалось 34 незаконных объекта. Теперь здесь только руины. В результате экспертизы выяснили, легальный рынок начинается отсюда. Для жителей близлежащих домов Октябрьский – хорошее подспорье. Здесь горожане привыкли покупать овощи, фрукты, бытовую химию. Говорят, торговым сетям предпочитают частников. Особенно сейчас, когда цены в магазинах порой зашкаливают. Там пусто. Пусто в этих магазинах, никто ничего не берет. А здесь все нормально, народ старается. На антисанитарию на рынке большинство покупателей внимания не обращает. Здесь нет даже туалетов. Несмотря на это, ликвидировать на Октябрьском будут не все точки, а лишь те, которые находятся за легальными границами рынка. Добросовестных торговцев снос не коснется. Они всегда вооружены полным пакетом документов. Мы их можем проверить и на соответствие наличия документов, да, на товар. Мы можем их проверить на наличие санкнижки, потому что когда я к человеку подхожу, и он стоит в законных границах, я и к нему могу это все спросить. А когда я подхожу к человеку-предпринимателю, который стоит вне границ, и у него что с него спросить? С него спросить нечего. Олеся Захарова говорит, торгует овощами на Октябрьском уже 22 года. Уверена, легальное сосуществование – залог хорошего бизнеса и стабильного дохода. Чтобы на законных условиях все торговали, платили налоги, стой спокойно, заплати налоги, спи спокойно. В Самаре работают более десятка обустроенных крытых рынков. Предпринимателям предлагают перебраться туда, но некоторые незаконные торговцы наотрез отказываются. Придется платить и аренду, и налоги. В знак протеста портят имущество подрядчиков. Чтобы такого больше не повторялось, на рынке поставили ограждение и усилили охрану. С 2010 года в Самаре ликвидировали около десятка несанкционированных рынков, а также порядка 5000 отдельных торговых точек. Вскоре демонтаж Октябрьского завершится, территорию вокруг рынка благоустроят. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.